Сегодня мы с вами рассмотрим еще один вариант жилья на острове Самуи. Если у вас какие-то появятся вопросы по заселению, пишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Мы ответим с удовольствием, заселим вам, поможем без какой-то либо комиссии. Дом находится в районе Ламай. Здесь 90 квадратных метров. Давайте посмотрим территорию, бассейн и как выглядит дом. Давайте начнем с территории рядом с домом. Здесь все приблизительно выглядит вот так. Забор, дорога. Мы уже проехали в ту сторону и увидели, что где-то на мопеде минуты 3 ехать до ближайшего Family Mart и 7-Eleven. Итак, давайте посмотрим сам дом. Входим на территорию. Здесь, соответственно, есть где поставить автомобиль. Здесь есть беседки, бассейн и два дома. Один побольше, другой поменьше. Значит, сдается в итоге вот этот дом. То есть в этом огромном доме здесь получается две отделенные комнаты, то есть two bedroom, и комната с кухней. И вот рядом еще один такой же дом. Сильно они не отличаются, но все же давайте посмотрим. Здесь детям очень удобно играть. То есть справа живут хозяева вот здесь. Если хоть какой-то вопрос появится, сразу же они вам ответят. Значит, вентилятор. Здесь можно спокойно посидеть перед домом или в беседке. Ух ты, скворечник. Давайте зайдем в дом, посмотрим, что здесь. Первое, панорамные окна. Итак, кухня. Чайник, микроволновка, холодильник. Диван, стол, телевизор. Охрана. Журнальный столик. Проходим дальше. Здесь еще одна комната. Детская. Значит, такая кровать и такая. Стол и детский столик. О, как хорошо, что шкаф не закрытый. Это огромный плюс, потому что иногда одежда просто сходит с ума. И еще одна комната. Здесь кровать, стол, стулья, тумбы. Ну и вот такая зона. Значит, второй дом. Здесь немножко другой диван, журнальный столик, стулья, кухонька немножко другая. Ну, в принципе, все то же самое. Дальше. А, мы, кстати, с вами там душ не посмотрели. Сейчас вернусь, покажу. Здесь душевая кабина. Такая детская, значит, здесь только кровать. Привет, сыночек! Приехал. Так, и еще одна комната, кровать. Привет, солнышко. Я приехала на байке. Обалдеть. Вот это да. Это новая машинка. Да, я вижу. Значит, пока. Отсюда выбраться можем? Так. Можем. Ну и здесь, соответственно, такая территория.
Смотрите, там все-таки для двоих детей удобнее будет, а здесь для одного ребенка достаточно. Места много. Очень хорошо, по-моему. Все самое необходимое есть. Здесь получается разделенный санузел, а в том домике соединенный. Так что у нас в полочках еще вилки, ложки, трубочки, варежечка. Ну, я думаю, если вам вдруг понадобится какая-нибудь кастрюля или еще что-нибудь, вам это уж точно дадут. Плита на две конфорки. Ну и вытяжка. Итак, какая же цена у этих домиков? Тот, который немножко побольше, у него цена 50 тысяч бат в месяц, который поменьше 45 тысяч бат в месяц. Если вы собираетесь приехать на долгий срок, конечно же, можно все обсуждать с владельцами. Итак, еще раз повторюсь, если у вас есть какие-то вопросы по поводу заселения или где находится этот домик, пожалуйста, пишите личные сообщения, мы вам с удовольствием поможем. И, ребята, есть еще одно преимущество при аренде этого дома. Если вы его снимаете, соответственно, вот либо этот байк, либо там Honda Click стоит, владелец просто дает спокойно и говорит, можете кататься. То есть это уже входит в стоимость аренды транспорта. Спасибо большое, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока-пока.